Всем привет и добро пожаловать в игру Ninja Squid Credo Ninja. Проходим основной сюжет. Так, что у нас здесь в основном сюжете? Цель — 6 вооруженных людей. Убийца змея. Цель — 6 вооруженных людей. В тюрьме собралось много членов банды змея. Команда спецназа не решилась на опрометчивый штурм. Устрани всех членов банды змея в тюрьме. Завершить за 30 секунд, использовать лук и завершить, собственно, основную миссию. Так, у нас есть отвлекающий маневр. Кого он отвлекает? Я не понимаю, кого он отвлекает. Так, а почему я промазал? Ничего себе, то есть я просто взял и промазал. Попал. Ладно, хорошо. Опять промазал. Ничего себе. Попал. Так, все. Этот и осталось двое. У нас не сказано, что никого нельзя тревожить. Главное, чтобы быстро. За 30 секунд. За 30 секунд я не успел. Ну ладно, двойную награду получаем. Я несколько раз промахнулся, и, видимо, это как раз не дало мне завершить миссию за 30 секунд. Не будем мы смотреть их голому. Вы нам ее все равно покажете, так что мы пойдем дальше. Побежали, побежали, побежали. Так, защита. Цель — 3 человека с противовзрывным щитом. Завершить основную миссию, выполнить задачу, потратив 3 стрелы. Завершить миссию за 20 секунд. Ну давайте попробуем. Попробуем хотя бы завершить вообще. Окей. Где еще один? Ну все. А это было очень легко. По сравнению с предыдущим челленджем, этот прям вообще ни о чем. Поздравляем! Уровень 13, отлично. Ну это, кстати, не совсем кстати, потому что пополнилась энергия, у меня там было практически половина энергии. Так, ну что ж, пошли дальше. Что у нас следующее будет? Покупка взрывчатки. Эти заключенные все еще не решили сдаться. Они заказали больше взрывчатки. Взрывчатка упакована в чемодан возле стола. Устрани человека, который возьмет чемодан. Хорошо. То есть нужно устранить человека, который заберет чемодан. Хедшот. Без использования орлиного глаза. Хорошо. Где у нас чемодан? Я не вижу чемодан. Так, ну ладно, по крайней мере, вот эта вот область, где можно что-то сделать. В кого-то прицелиться. Так, чемодан. Окей, чемодан. И у нас есть тот, кто забирает чемодан. Хитро как, а? Все, забрал. Какая хитрая расходовочка была вообще. Сначала один подошел, потом другой подошел, отошел. Хитро. Решили меня обмануть, обдурачить, но не вышло. Так, получаем награду. Ежедневную. Не будем смотреть рекламу. И пойдем. Собственно, код используем. Так. Код у нас в этот раз F, N, J, Y, J, 3, F, V, E. F, N, J, Y, J, 3, F, V, E. Done. Подтвердить. Та-дам! Получаем награды, собственно, по коду. Успейте использовать код, он действует несколько дней, собственно.
Честно сказать, не знаю, когда завершается, потому что, ну, собственно, нету даты завершения кода. Бедняк, следующая миссия. Так, мы все еще, собственно, в тюрьме. Чтобы угодить начальнику тюрьмы, Гатас без колебаний убил своего лучшего друга. Он передает деньги начальнику, хотя он очень быстро бегает, мы все еще можем его увидеть. Завершить основную миссию. Убрать одного человека хедшотом. И завершить миссию за 15 секунд. Но если он быстро бегает, это прям неприятно, но куда деваться. Не сказано, что орлиный глаз нельзя использовать. Окей, понял. А он как-то не совсем быстро бегает, он остановился. И это было опрометчиво с его стороны. Мы забираем двойную награду. Получаем двойную награду и продолжаем. Следующая миссия – самостоятельный поиск. Эти надзиратели, ренегаты, ищут свой бывший кабинет. Правда, я не знаю, о чем думают эти отморозки. Так, хорошо. 4 вооруженных человека, завершить основную миссию, хедшоты, и всего надо 4 снаряда, 4 стрелы. Ну ладно. Сначала вот с этими разберемся, наверное, да? Потому что они тогда не заметят, что я, собственно, тут нахожусь. Все. Вот так вот. Главное прицелиться, а дальше просто без долгого натягивания тетивы. Не будем смотреть рекламу. Сразу делаем быстрый выстрел, собственно, чтобы убрать четвертого человека. И покупку взрывчатки номер 3. Окей, пошли. У нас двор. Тюремный двор. У заключенных есть слабость к взрывчатке. Хотя предыдущие 2 сделки сорвались, теперь у них есть новый план. Нужная им взрывчатка находится в черной машине. Устрани человека, который едет в черной машине. Хорошо. Так, хорошо. И как в него попасть? Или он тут завернет где-то? Ну а как попасть-то в него? Устранить человека в черной машине. Цель. Люди, разговаривающие с водителем. Устранить человека в черной машине и цель – люди, разговаривающие с водителем. Я не очень понимаю вообще, как устранить человека в черной машине и людей, разговаривающих с водителем. Так, это получается разговаривающий с водителем. Люди, разговаривающие с водителем. Всего один людь. И все. Завершить основную миссию. Выполните задачу, потратив 1 пулю. А, ну да, правильно, я в машину все стрелы израсходовал. Без использования орлиного глаза. Его там даже нельзя использовать. Ну и ладно. Следующая миссия – прикрыть дружественные силы. Группа спецназовцев попала в беду. Один из солдат оказался на прицеле у 2 снайперов. Устрани снайперов, прежде чем они застрелили солдата. Вот это да. Так, а орлиный глаз можно использовать. Начать миссию. Орлиный глаз. Потому что надо еще найти этих снайперов, где они вообще находятся.
Ух ты, я промазал. Промазал. Ну, все равно успел. Правда, не факт, что я выполнил миссию. Там вроде не было сказано. А, 25 секунд и 2 стрелы. Окей, хорошо. Двойную награду забирать не будем. Продолжаем. Давайте попробуем еще разочек его ее пройти, да? Вроде кажется, что она довольно-таки легкая. Главное, теперь мы знаем, что первый сейчас выйдет. И его легче будет убрать. Так, вот сейчас первый появится. Все. И теперь еще один появляется. О, я промахнулся, ничего себе. Вроде прям тут в грудь попало, засчитали в голову, а там промахнулся вообще, даже не задел. Да, и за 25 секунд не успеваю, то есть надо его снимать, когда он только выбегает, а это прям... Это прям риск, что мы, собственно, ну, во-первых, промахнемся, потратим больше стрел и не успеем второго убрать. Так, ладно, не пиши. Следующие миссии не буду повторять. Предыдущую. Люди, использующие мобильные телефоны. Члены банд Змея просят поддержки у своего лидера Артура. Жаль, что его сообщение так и не будет отправлено. Устранить человека с мобильным. Цель – люди, использующие мобильные телефоны, а нужно всего одного. Завершите основную миссию, не привлекая внимания, без использования орлиного глаза. Так, хорошо. А как завершить, не привлекая внимания и без использования орлиного глаза? Этот не пишет. Все, вроде как все получилось. И не привлекаю внимания. Отлично. Все здорово. По крайней мере, хотя бы не надо там укладываться в 15 или 25 секунд. Не буду я смотреть. Ну что ж. Может быть еще разочек, да? Уничтожь стрелка. Цель – пятеро вооруженных людей. Бандитам Змея не хватает сил, и похоже, что начальник тюрьмы не отправил им на помощь надзирателей. В таком случае давай устраним еще. Ну хорошо, пятеро вооруженных людей. Убрать хедшотом и за 20 секунд. Чем дальше, тем меньше времени дается. Так, где они у нас находятся? Наверху, на втором этаже и внизу. Давайте сначала, наверное, со второго этажа начинаем. Ну, вот я прям просто не знаю. Да. Хорошо, с этими разобрались. Все, ну за сколько секунд я устранил их, я даже не знаю. Успел? Надо же. За 20 секунд уложился. Так, что у нас следующего? Дорога переговоров. Бандиты и Змея пытались уговорить заключенных поддержать их, но тех не устроила цена. Две ключевые фигуры из числа заключенных придут снова, чтобы обсудить сотрудничество. Закончим этот фарс. Давайте закончим. Посмотрим. Цель – встреча двух человек. Завершите основную миссию, выполнить задачу, потратив две стрелы и использовать луки. Странно, что пишут, потратив две пули, но две пуль и использовать луки. Перевод, конечно, здесь такой, я сама не знал, что писал, вот, и как переводил. Какой-нибудь Google Translate или что-нибудь в этом роде. Так, хорошо, цель встречи двух человек. Кто у нас встречается? Их тут много.
А, там не было сказано, что нельзя орлиный глаз использовать, так что давай-ка подсвети-ка нам цели. Хорошо. Все. В грудь. Окей. А у нас не было задачи хедшотами. Получаем двойную награду. Забираем награду и... Что у нас дальше? А дальше у нас крах переговоров. И это интересно. Цель — два разговаривающих человека. Основную миссию завершить. Две стрелы и использовать луки. Никаких ограничений больше нету. Так, а у меня орлиный глаз не работает. Нельзя выпустить сокола или орла, кого там выпускать. Два разговаривающих человека. Ну, вроде как успел. Все здорово. Главное. Главное здесь, да, успеть прицелиться. Не будем смотреть рекламку. Ну что ж. У меня осталась одна полосочка энергии. И мы можем еще одну миссию пройти. Чтобы бесплатно, так сказать. И не смотреть рекламку для восстановления энергии. Линии энергии. Так, цель — трое мужчин в шляпах. Убрать одного хедшотом без использования орлиного глаза, завершить основную миссию. Окей. Орлиный глаз нельзя использовать. А-па-па-па-па, все. Все. Промазал. Тут уже ничего не сделаешь. Придется смотреть рекламу. И продолжаем прохождение. Я уже понял, что нужно сделать. Только вопрос вот поймать того человека теперь. Ну, в грудь, ладно. Не выполнил миссию. Просто очень сложно вообще понять, потому что там задеваешь сверху хитбокс и проходит хедшот. Задеваешь чуть ниже, левее, правее — не проходит. Ну что ж, у нас тут паки какие-то непонятные, покупать я ничего не буду. А на этом, пожалуй, все. Успейте активировать код и забрать награды, собственно. И всем до следующих видео. Спасибо за просмотр и всем пока.